8 июня проводится Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга. Эти заболевания, локализованные в столь важном органе, по определению требуют высокотехнологичного лечения. К счастью, такую помощь на уровне мировых стандартов теперь могут получать и жители Верхневолжья прямо в своем регионе. Если раньше пациенты были вынуждены ехать в столичные федеральные центры на операцию по удалению, например, аневризмы головного мозга, то сейчас такие сложные оперативные вмешательства проводят в ведущем учреждении здравоохранения региона – в областной клинической больнице. Она оснащена необходимым высокотехнологичным оборудованием, а также имеет штат высококлассных специалистов. Подробности расскажет наш корреспондент. Первично она поступала в 2020 году в тяжелом состоянии после разрыва аневризмы. В экстренном порядке прооперировали ее с правой стороны. После динамического наблюдения она пришла на прием с результатами компьютерной томографии. Там была выявлена аневризма с другой стороны. Не дожидаясь разрыва, запланировали оперативное лечение. В прошлую пятницу Ольгу Максимову из Балаговского района прооперировали во второй раз, рассказывает заведующий вторым нейрохирургическим отделением Тверской областной клинической больницы Владимир Сладкевич. Женщина незамедлительно обратилась к врачам, как только стали повторяться головные боли. Приняла решение прооперироваться, не дожидаясь разрыва аневризмы. Я благодарна таким людям, которые есть на белом свете, которые дают нам возможность еще жить. И я довольна тем, что после первого раза я смогла работать на своей же любимой работе. Я работаю директором, я выполняю большую функцию объема носителей, и всего я это все помню, все нормально. Аневризма – выпячивание стенки артерии из-за ее истончения или растяжения. Операция как способ устранения этой проблемы. При раннем диагностировании это можно сделать плановой операцией. При разрыве уже экстренно. У нейрохирургов областной больницы большой опыт проведения таких операций. Их бывает около 70 в год. Однако это не единственный вид хирургической помощи, который оказывают в стенах отделения. Так планово был прооперирован 70-летний житель Вышнего Волочка Виктор Кутявин. Врачи избавили мужчину от последствий инсульта, стеноза сонной артерии, из-за которого были проблемы с кровоснабжением головного мозга. Решили проверить, мне УЗИ шеи сделать. Проверили, нашли слева закрытая сонная артерия полностью, справа наполовину закрыта то же самое. А теперь вот говорят, что правая чистая стала. Вот это. Сейчас пациент готовится к выписке. Отделение выполняет большой спектр высокотехнологичных оперативных вмешательств при патологии центральной и периферической нервной системы, а также позвоночника, делится заведующий. Из спектра проводимых нами операций – это экстренные операции при геморрагических инсультах, удаление внутримозговых гематом, экстренные операции при разрыве аневризм с субарахноидальным кровоизлиянием. Также мы осуществляем по сосудистой программе плановое оперативное вмешательство при стенозах и окклюзиях прецеребральных артерий. Оказываем помощь при онкологических заболеваниях центральной нервной системы. Кроме того, в компетентности врачей лечение межпозвоночной грыжи и ряда других заболеваний. Успешно справляться с такими непростыми задачами специалистам помогает высокотехнологичное оборудование, которым оснащено отделение. Причем оно позволяет не только выполнять сложные манипуляции, но и точно диагностировать патологии. За последний год, вот благодаря нацпроектам, федеральному финансированию, вот этим программам, конечно, мы очень серьезно укомплектовали нейрохирургическую службу. Вот. Такое оборудование высокотехнологическое, как навигационное, потом микроскоп самый современный. И, конечно, наши нейрохирурги, они теперь имеют возможность оперировать на уровне федерального центра. Кроме того, врачи регулярно проходят повышение квалификации в ведущих клиниках страны. Необходимость развития и цифровизации региональной системы здравоохранения отмечал неоднократно и глава региона Игорь Руденя. За счет активного участия в национальном проекте здравоохранения, системной модернизации инфраструктуры наших учреждений, планируем в ближайшие годы обеспечить на территории Тверской области оказание жителям максимально полного спектра качественных медицинских услуг. Самое главное и востребованное направление – высокотехнологичная помощь. Благодаря тому, что в областной больнице теперь есть все необходимое оборудование и высококвалифицированные специалисты, пациентам с тяжелыми диагнозами теперь не нужно ждать очереди, собирать документы, терять драгоценное время, чтобы прооперироваться в столичных клиниках. Теперь помощь доступна здесь, на территории родного Верхневолжья.